Готовы ли вы привиться от COVID-19 вакциной «Спутник»? Нет, не готов. Ну, честно говоря, есть недоверие определенное, потому что она новая, еще не испытанная. Вы знаете, мало доверия. Мы не понимаем, мутирует вирус или нет, поэтому предпочитаю пока воздержаться от вакцинации. Ну, знаете, под сомнениями, не буду вас обманывать, потому что случаи бывают разные, их же не афишируют конкретно на телевидении, но какие-то случаи бывают, которые прививки, даже смертельные исходы бывают. Поэтому тут, вы знаете, наверное, если будут много прививаться, да, наверное, конечно, тоже сделаю прививку. Нет, пока не готова. Ну, потому что недостаточно времени еще прошло, и как бы не видно пока результатов. Наверное, больше нет, чем да. Особого доверия нету? Нет. Почему? Не до конца проверено. Через какое-то время, когда уже проверят ее безопасность, насколько эффективно, пройдет несколько лет, тогда уже, возможно, буду готова. Нет, я не готов. Я тоже не готова. Почему? Потому что мы не доверяем российской вакцине. Нет, потому что мы не знаем, эта вакцина новая, и мы не знаем, как эта вакцина вообще, то есть через какое время, что может с нами произойти. Вот поэтому не хочется совершенно себе ставить то, что как бы неизведано.